Ему обратно Вандерсон, Вильена по месту левого крайнего, прострел в центр! У нас погода, климат подгоняет, Роман. У нас неотвратимо приближается зима. Вильена, дальний удар! Даже похоже именно, что удар, а не передача. Идет выигрыш. Дальше на Намли. Вильена! Удар поворотом, а он всегда на удар заточен. В первом тайме, который выгрызал мяч в центре поля. Да, Вильена! Вот это да! Дальний удар у него, это всегда очень опасно. Покажи Тони Вильена с мячом. Рамирес. Дальний удар, рикошет, Ари! Вильена! Штанга! И падение Ари, что показывает судья пенальти. Lateral esquerdo dos Dragões, que já recupera para também recuperar a posição. Dispensa a entrada da equipa médica, que como ele estava fora do relvado, nem sequer tinha que entrar e, portanto, podia ter assistido fora. A verdade é que já se sprinta para trás. Suleimanov, 3-0 para a equipa do Krasnodar. Ну, а сейчас все уже готово. Будет замене, в этой паузе появится все-таки 47-й номер Краснодара на поле стадиона Нефтяник. И тем временем сравнивает Краснодар счет. Вот так моментально это происходит. Вильена пробила удар издали, да? Здесь так мяч выскочил из скопления игроков и по какой-то совершенно невероятной траектории полетел. Canto à direita, bola colocada na grande área do Futebol Clube do Porto e atenção ao golo da formação russa na sequência de um lance de bola parada. Tony Vilhena marca o primeiro golo do jogo. E a verdade é que o melhor início para esta equipa russa era muito difícil. Está anulada a vantagem que o Futebol Clube do Porto trouxe de Krasnodar com o golo de Sérgio Oliveira, porque já nestes minutos iniciais Тони Вильена, один из форсов на эту сезон. Эрдоган все-таки первый на мяче в итоге. А вот уже ошибка от Чакира. Соса ошибается. Фернандеш. Подержать бы мяч, побежать к угловому флагу. Нет, играет в центр на Вильену. Вильена, пас на Ари. Что будет делать бразилец? Передача, Вильена. 2-0! И на этом все. Классно расчертили. Вот это кружево, вот это красота, вот это победа, наконец-то! Очень хорошо, что вот эта черная серия в Лиге Европы для российских клубов прерывается сегодня здесь, в Трабзоне. Вильена забивает второй мяч, и это будут первые очки, которые наша команда набирает в этой еврокубковой неделе. Она изначально неудачно сложилась. Была возможность, ну, скажем так, проявить себя на сразу нескольких уровнях, и, видимо, это устроило тренерский штаб. Егор Шамов четвертый матч подряд в стартовом составе проводит, и больше одного за матч он не пропускал. И стал настоящим героем, конечно же, игры против «Спартака», который «Арсенал» выиграл 1-0. Сергей Петров сделал передачу, удары 1-0. Краснодар выходит вперед. Тони де Вильена открывает счет в этом матче не без помощи рикошета. Наверное, только так можно пробить тульского голкипера. Но это происходит уже на 7-й минуте матча. Голландец Тони де Вильена забивает этот мяч. Вот такой пас направо. И обратите внимание, как легко опередил Сулейманов Григолау. Ну и вот Петров, если его фланг занимает один из нападающих, то сам Петров смещается в центр. Это не впервые в этом сезоне происходит, это довольно известный краснодарский маневр. И сейчас Петров, переместившись в середину, делает голевую передачу. Де Вильена удар поворотом.